артист Максим Галкин спивается из-за сокращения концертов в Европе. Об этом сообщил продюсер Сергей Дворцов. Сейчас ходят слухи о том, что Алла Борисовна в ближайшее время вновь собирается посетить Москву, по каким-то делам она прилетит сюда. Это будет, я думаю, в течение августа. По поводу того, что у них происходит, на самом деле мне очень жалко Максима, потому что Галкин начинает спиваться, поделился Дворцов Лайв. По его словам, артисту урезают гонорары и из-за этого он начал пить. Заявлений самого Галкина о своем алкоголизме не поступало. Ранее сообщалось, что Максим Галкин со своей женой Аллой Пугачевой проживает на Кипре. Однако из-за жаркой погоды в летний период они должны были переехать в Латвию.